Максим Миллер, Алексей Манчукевич на старте. Мужик, это женщины, они так всегда поступают. Братан, серьезно, не расстраивайся. Стартуют пилоты. Максим Миллер, зона все, постановки, Манчукевич близок. Хорошо, неплохо выравнивается Леша. Макс Миллер при этом едет по правильной хорошей траектории. Манчукевич после прямых колес полдуги начинает догонять. Хочет показать хоть какой-то парный дрифт. Очень большое желание, но полный борщ получается, а не заезд. В исполнении Алексея Манчукевича и в роли преследующего пилота он не сделал. Слушайте, они так далеко стартуют, как будто из другой страны едут. Поехали! Мне передают, что Манчукевич сбил конус на шикане и здесь выезжает за линию трассы. Достаточно простое решение судей будет, потому что Леша Манчукевич в роли и преследующего, и первого пилота совершил кучу ошибок, а при этом Максим Миллер готов его преследовать, щемить. Ваши аплодисменты! Макс Миллер проходит дальше, это очевидно. Итак, Максим Миллер и Гедиминас Иванаускас. Город Киев, город Вильнюс. Здесь представлены в самом центре города Минска. EDC, Кубок восточноевропейских стран по дрифту. Миллер на постановке достаточно быстро далеко ушел. Иванаускас начинает догонять и выезжает за линию трассы. Ну а здесь уже отсутствует парный дрифт как таковой. И Гедиминас, можно сказать, сдался. Пытался еще где-то подогонять, совершил еще больше ошибок. И максимальное преимущество у Максима Миллера. Стартует второй заезд. Гедиминас Иванаускас первый. Миллер очень близок на постановке. Есть перекладка, он прямо в базе, в самой скоростной части трассы. Миллер просто красавчик. Перекладка, синхрон. Держит в базе. Еще раз синхрон. Давид Гедиминаса и, безусловно, один из пока лучших заездов, которые мы сегодня видели. Сделайте шуму! Максим Миллер проходит дальше. Максим Миллер едет первым. У него первая позиция в квалификации. Нагул уже был достаточно, по-моему, 13-14. Итак, Миллер, постановка. Нагула в трех корпусах. Начинает чуть догонять, срезает траекторию. Миллер в достаточной степени широко, хотя можно было еще больше. Нагула близок, отрабатывает перекладку. И на хорошем темпе ныряет. И выезжает за линию траектории, за трассу задними колесами. Хорошо, что нет контакта с бетоном. Итак. Стартует Дима Нагула первый, Максим Миллер за ним. Дима опять начинает делать эту раскачку. Миллер не поддается. Посмотрите, как близко до контакта доводит. Есть перекладка. Миллер очень агрессивен. Очень старается и теряет контроль над углом автомобиля. Пытается выжать максимум. Побольше шума Миллеру! One more time! Итак, стартуют пилоты Макс Миллер и Дима Нагула. ОМТ, верхняя сетка. Близко едет Дима Нагула. Перекладка! Здесь, но дальше! Держи! Держи! Есть сейф! Есть! Есть сейф! Я понимаю, что просто на инстинктах Дима в дыму. Поехали пилоты, зона постановки. Миллер на маленьком угле далеко. Едет прямо, что-то с тачкой случилось. Неужели опять ОМТ? Снова? Что он делает? Дима, хватит! Максим Миллер выиграл и проходит дальше. На старте наконец-то и поехали.
Максим Миллер едет первым. Гедемина Слевецка сзади. Очень маленькое расстояние на постановке. Корпус. Левицкая с коррекции начинает догонять, заваливается в чуть больший угол. И фатальная ошибка, которая может стоить ему победы в этом заезде. Максим Миллер четко проезжает, остается в линии трассы. И преимущество большое у Макса в этом заезде. Это была ошибка Гедеминаса Левицкаса. И стартуют пилоты. Миллер остается на корпусе 3. Нужно догонять Гедеминаса. Разгоняется постановка. Три корпуса в самой быстрой части трассы. Здесь пилоты замедляются. В середине дуги перекладка. Миллер рядом. Корпуса 1.5. Синхрон перекладки здесь. К бетону. Воу! Что это было? Мы не видели двух пилотов. И у Максима Миллера что-то с машиной происходит. Миллер проходит дальше. Очень близкая постановка в исполнении двух пилотов. Гедеминас чуть отпустил. Здесь догоняет. Завалился чуть в угол, чтобы сбавить степ. Отлично, прямо в базе Миллера едет. Перекладка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, невероятно. Два пилота, ноль. Что это такое? Ну что, едем. Гедемина Слевицка с первой. За ним Максим Миллер. Очень близко, Макс. Я думал, будет контакт. Он избежал этого. Чуть скорректировался, но остался в угле нужном. Здесь опять же близко. Перекладка. Есть перекладка. И чиркнул, и выехал за линию. Гедемина Слевицка. Я думаю, что есть решение судей. Первое место Максим Миллер, EDC, Detroit Dream 2018, Украина, Киев, No Motors, Миллер!